में ताली बजाकर बोलो हरी बोल हरी बोल हरी बोल происходит название древних Убала. Мы с вами приходили сюда, хотя нам добро. Шрила Гурудев тоже приходил сюда. Он приходил. गुरु वैष्णव की गुरुपाद पद्म की आयत की करुणा से यहाँ पर आए हैं। गुरुदेव विष्णु पुराण में कहा होता है यथा विष्णु Радарани, дорогая Кришна, также дорогая ему ее кунда. Среди всех гопи она самая дорогая для него. Кто она? Вишабана Нандани и Шри Радха. Все места, которые присутствуют. Среди всех мест, которые присутствуют во Врадже, Радхакунда является самой большой. Она самая дорогая объект для Шри Кришны. Радхарани описывается как Лакснеха Мантрамай Рага Нараг Бхава Мухана Бхава. Она сердцем просветленных эмоций любви. Шри Кришна, он Расика Шикарата, который наслаждается всеми этими трансцендентными эмоциями Радхи. Радхарани
место Рада Кунда. Посреди Рада Кунда находится Суананда Сухада Кунджа. 8 кунд вокруг Рада Кунда. Здесь происходит игры Рады и Кришны. Это место называется Рада Кунда. Кто такая Рада Рани? Читаем Чаритамритам, описывается. Она является духовным учителем Кришны Халибди, Покровитель Любви. Кому Кришна поклоняется? Кришна, जिनकी आराधना करते हैं वो है राधा और राधे का नाम पुराने रखा ले कृष्ण वांछा पूर्ति रूप करे आराधने अतः राधे का नाम पुराने रखा ले जो कि कृष्ण की निरंतर इच्छा अभिलाषा को पूर्ण करती है इसलिए उनका नाम है राधे का राधा जी के हजारों लाखों और अनंत नाम है उन गुरुओं के द्वारा उन गुरुओं के एक एक वैशिष्ट के साथ साथ राधा जी के नाम भी असंख्य अनंत है качество мирадарани мирадарани бесконечное количество कृष्ण को सदा सर्वदा आनंदित करती है इसलिए उनको लादनी का है доставляет удовольствие Кришне कृष्ण के अल्लाह देता थे नाम लादनी чтобы он больше не падал इसलिए कहा है जो कृष्ण को सदा सर्वदा आनंदित करती है она всегда дает первое счастье Кришне Она всегда дарует Кришне возможность наслаждаться этими трансцендентными эмоциями. С него Сидит настроение Радарани, Шам Рас. Она заставляет Кришну пить эту расу. Шри Кришна погружен в блаженство. Когда Кришна хочет наслаждаться сладостными эмоциями, тогда проявляются игры. Когда Кришна хочет наслаждаться блаженством, тогда из блаженства его сердца рождается Радарани. Радарани украшает Кришну. Любовью, что такое Вриджадхарма, что такое 84 круши Вриндаваны. Радхарма рождается в сердце Радхарамы, Удама, Кумбадвана, Дамбала, Дамбала, Кирдарван. Все эти леса, это разные шерсти тела Радхарамы. На этой Гаркунде все находится в благоговении перед Кришной. माधुर्य भाव का स्वागत होता है उतना माहौल में नहीं होता है इसलिए राधा जी ने उस माहौल को बदल करके वन उपवन में प्रकाशित किया В лесу Вриндаван играет на фленте и совершает танец расы.
गोपियां सब उनके यही एक कलिका है, फूलों की कलिका भाव के यही एक प्रकाश है। इस प्रकार राधा जी क्या करती है, बहु कांता बिना नहे रसिर उल्लास, अकेली सेवा नहीं करती है, वे सभी गोपियों को लेकर के सेवा करती है। क्यों? सबके हृदय में जो भाव है, इस सब भाव के द्वारा सभी प्रकार से कृष्ण की सेवा को। राधा जी जो है, राधी की भाषा है और इस रूप में सेवा करती है और आनंद वर्धन करती है। वो राधा जी क्या है, кто такая Радарани? Она три раза совершает омовение, читает Чаритамриту, обязательно она совершает омовение утром, в обед и вечером. Что такое омовение? Три омовения. Боле, вы тин руб ме хе. Тин руб ме кэсе? Боле, Радхари ке руб ме, Кришна ке саат ме, छाया संगी पर छाई की तरह साथ में रहती है, एक क्षण भी छोड़ करके नहीं। दूसरी ओर कृष्ण के अंग में, के रूप में, शक्ति के रूप में विराजमान है। она всегда присутствует как его энергия. कितने मंत्र है, सभी मंत्रों में अधिष्ठात्री देवता के रूप में, शक्ति के रूप में она является божеством Радарани. Сварупа Радарани описана Бхагаватам. Радарани дарил так много силы Кришне, что Кришне совершенно не нужно использовать никакое орудие воображения. Любой демон, который бы не появился в образе, был убит без оружия. Благодаря Радарани. तब राधाजी हुआ कड़ी होकर के देख रही थी। मामा यशोदा लड़के बच्चे जितने आड़ में छिप करके कहीं सामने जाए तो कन्हैया की तरह मुझे भी बांध देंगी, इसलिए डर के मारे कोई आ नहीं रहे हैं। पर तो राधा जी खड़ी होकर के चुपचाप देख रही है। तब उनके मन में आया कि कृष्ण को भूख लग जाता है, भूख लगने के कारण कुछ मक्खन खा लिया तो भैया ने डांट लगाई और फिर रस्सी से बांधना शुरू कर दिया। आज से मैं कृष्ण को मक्खन खिलाऊंगी, जो कुछ खाना खिलाना है मैं खिलाऊंगी। когда Кришна उनको भूख नहीं लगेगा, कृष्ण Кришна пишет масло, अब गड़बड़ी नहीं मचेगा। इसलिए तब से राधा जी क्या करते हैं, जहाँ जो कुछ मिलता है उसको मास्क लाती है। Она очень сожалеет, что мама еще до связывает Кришну. Она говорит, она думает, как сегодня была рада, иначе она бы дала масло, и никаких бы сложностей бы не было. Когда Радарани готовит для Кришны, она готовит среди сотен раскаленных печей, которые пылают своим жаром, она не чувствует это, потому что она сильно любит Кришну, так же как... Радарани, और सभी को जानकारी है पार्षद कुछ में प्रॉब्लम है। इस प्रकार धीरे धीरे क्या हुआ, कुंज में जाकर के राधा जी फूलों का चयन करके माला गूंथ करके कृष्ण को पहनाती है, अलका इत्यादि से सजाती है और फल फूल जो कुछ मिलता लाकर के कृष्ण को पिलाती है। प्रतिदिन मध्यान्ह काल में कुंज में यह कुंज सेवा जहाँ पर गोपियाँ सखियाँ सब मिल जाती है और राधा जी कृष्ण को अपने हाथों से खिलाती है, तो ये कुंज सेवा है। और इसके साथ साथ कृष्ण गुंची बजाते हैं, गोपियाँ नाचती है गाती है और गोपियाँ राधा जी को कृष्ण के साथ में बैठा करके विविध प्रकार के नृत्य भी आए और संगीत के द्वारा कृष्ण का आनंद वर्धन करती है। कृष्ण सिद्धा служат им, они красиво поют для них и играют на разных музыкальных инструментах. गोपियों के पूर्व राग का वेणु गीत में वर्णन किया है, यही है कारण नाम मृत स्नान जो प्रथम स्नान दिखाया गया।
Вечности блаженства.
राधा जी का स्वरूप जो है ऊपर नीचे आगे पीछे सभी कुछ राशि रस मूर्तिमती राधा के रूप में है। ऐसे जो विश्वानंदनी राधा जी वो कृष्ण की राधनी शक्ति कृष्ण को निरंतर आनंद वर्धन करती है। कृष्ण शक्ति का वर्णन आता है जिसमें श्री भू लीला संयोगिनी वियोगिनी राधनी श्री शक्ति शक्तियों का वर्णन है। शक्ति जो कृष्ण शक्ति हम लोग प्रणाम निवेदन करते हैं गोविंद नंदिनी राधा गोविंद मोहिनी गोविंद सर्वस्व कृष्ण कांता शिरोमणि। आज उनके चरणों में हम प्रणाम निवेदन करते हैं। इस राधा कुंड में आए और वैष्णव लोग बोले इसलिए मैं यहीं पर रखता हूँ। वंश अगल बदल वस्त कृपा सिंधु अधिकारण पावणे को वैष्णव एक को नमो नमः नमः। पंचाकल्पतरूपस्य कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Прежде всего, я предлагаю свои смиренные поклоны лотосным стопам Парамады Гуру Падме, Ом Вишну Пад, Парамахамса с вами, Аштута Рашада, Шишима Бхакти Веданте, Шила Вамана Госвами Махараджа. Также Парамарада Гуру Падме, Ом Вишну Пад, Парамахамса с вами, Шримад Бхакти Веданта, Нарайана Госвами Махараджа. Предлагаю свои смиренные поклоны от доступа моим духовным дедам, Нитарила Правишта, Ом Вишну Пад, Бхактивиданта Кришна Госвами Махараджа, Нитарила Правишта, Ом Вишну Пад, Шримад Бхактивиданта, Свами Махараджа. Предлагаю свои поклоны всем вайшнавам, вайшнавам, которые собрались здесь. Акубал Шрима Бхагаванта Мадхва Махараджа. По беспричинной милости Шрила Гуру Девы вайшнава мы собрались здесь, на берегу Радха Кунда. Вы сейчас слышали Шипад Тирта Махараджа о славе Радха Кунды. Почему Шрила Гуру Дев проповедовал? Симхан Кришна сказал Гурудеву: «О Гурудев, почему Кришна совершил игры в Аваджи? Там слишком жарко, слишком холодно, там погода ужасная. А здесь в Нагаваях так много фруктов, такая вдоль. Почему Кришна здесь? Здесь так много кокосов, бананов, и никому их есть». Гурудев сказал: «Сын мой, то, что ты сейчас видишь, ты не знаешь, Сварупа Радха Кунда, она не такая, как сейчас выглядит. Мы сейчас видим только лишь занавес Майи. Во времена Шри Кришны была очень замечательная, прекрасная атмосфера. Там всегда была вечная весна. Когда Кришна идет пасти коров, он всегда жаждет встречи с Гопи. Потом, после этого, Мадхумангал: «Друзья, мне нужно пойти к моему гуру». «А кто такой твой гуру?» «Иногда мне надо к Бхагуру Риши, иногда Сандила Риши. Я хочу узнать о движении, о затмении.
уже друзья готовы пойти. Кришна говорит, те, кто пойдет, старшим, мне нужно идти туда группой большой. Вы отдохните, я один пойду. Друзья говорят, ну хорошо, иди. И тогда друзья зазевали. Под влиянием йога майи они стали засыпать. Мадхуманга и Кришна пришли на Радхакунду. Радхакунда четыре направления, в которых присутствуют четыре сезона. В одном на восточном весна, на южном пожарче, потом осень и зима. И все украшено красивыми кунджами. Там дует красивый ветер. Там нет ничего. Там всегда проходит приятный ветер. А там, где солнце, там им приятно купаться. На Радхакунде у Кришны 8 видов игр. Дневные игры, которые занимают самый больший период времени. Дневные и ночные. На Радхакунде очень много игр, как на качелях, кража флейты, осыпание друг друга красками. Шримати Радика. Шримати Радика, после того, когда она готовит Навадвипу, Нандагауне, она чувствует эту глубокую разлуку, как же встретиться с Кришной. И Кришна идет на пастбище и тоже его неспокоен. Он думает, как же обмануть Джатилу, чтобы пойти на Радхакунду. В это время Джатила появляется. Бахурани, Бахурани, кричит. Радика поклонится. Сегодня воскресенье. Тебе нужно пойти поклоняться Богу Солнца. Шримати Такурани поклоняется Богу Солнца. Но все это идет под предлогом, но все идет для того, чтобы встретиться с Кришной. Точно так же поклоняются Гоуре для того, чтобы встретиться на Горику. Радика Вишакха Чита Сампакалата Рупа Манджира Рати Манджира. Все манджари идут с Радикой. Когда они идут туда, когда происходит встреча, они начинают плескаться в воде. Там есть правило. Если Кришна проиграет, должен предаться им. А если Гопи проиграет, они должны предаться Кришне. И тогда Кришна и Гопи плескают глаза друг другу водой. Сначала Гопи проиграли Кришне. Мадхуман был радостный. Забираю у них браслеты, я пойду продам их в Матхуре, говорит Мадхумангал. Гопи очень расстроены после этого. Опять они начали новый тур, и тогда Кришна проиграл. Кришна, давай сюда плету, говорят Гопи. Они очень хитрые. Никогда не держи с собой флейту, иначе когда ты проиграешь, ты ее просто ее потеряешь навсегда. Что? Ты хочешь сказать, что я им проиграю, говорит Кришна, возмутился на Мадхумангала. Да убирайся отсюда. Уходи. А потом, когда Кришна проиграл, то. Кришна стал бедным, он лишился своей флейты. Я тебе говорил, Мадхуманга.
на Мадхумангал became very modern. Тогда... Потом проиграли год. Ага, потом Кришна проиграл, Мадхуманга поставил лицо вниз. Что Мадхуманга, что ты опустил? Что ты опустил голову? Иди продай эту флейту и купи сладости для нас. Чем это? Чем просыпал? Хватайте этого брамана мальчика. Он очень жаден для Ситапала. Идите на Говардан, принесите Ситапал. И мы будем поливать ему на голову этот Ситапал. Принесите белый, то есть от Ситапала это еще переводится как белый камень. То есть они фактически хотели забросать его камнями. Мадхуманга сбежал от страха. Они забрали его флейту. Джатила думала, почему они задерживаются, почему они возвращаются домой, что там приключилось. Сейчас у всех мобильники. О, как ты живешь, что ты делаешь? Все на мобильниках разговаривают. Они как бы Бонмахраль говорят, не Харе Кришна, Харе Кришна, Харе Кис, Кис, Кис. Вот так же. А раньше вместо мобильников были попугаи, которые летали туда-сюда. Попугаи являются прародителями мобильных телефонов, говорит. Да, доложили, что Рада Кришна вместе. Джатила, где Радата? Где Кундалата? Вишака. Она... Вишака, она предрасположена, Гадиматша является родственницей. Джатила нравится Вишаке. А Вишака пользуется этим и обманывает ее. Сегодня мы не нашли никакого мальчика брамана, чтобы провести... Яги, поэтому они задержались. Гилалита, Гекуджа, они ищут брамана. Через некоторое время появляется Кришна с Кундалатой и Лалитой. Видя ауру Кришны, Джатила очень понравился нам Парапаку, он предложил, возникает вопрос. Джатила, что Джатила не могла узнать Кришну? Нет, из-за влияния Йогамая. Она не смогла узнать Кришну. Лалита сказала, сегодня мы не могли найти брамана. Вот это вот лучший ученик Гаргачарья, который пришел из Матуры. И он будет поклоняться за твою невестку. Хорошо. Кришна говорит, послушайте, я очень строгий брамачарь, я рождение брамачарь. Я не буду стоять рядом с вашей дочкой, пока я... Не дотронусь, только если не дотронусь к вашей дочери, пуджа не будет завершенной. Тогда Джатила говорит, нет, любого места можете касаться моей дочери. Я возьму длинную траву, куш, но так как я не могу к ней прикоснуться, я буду касаться через траву куш. И тогда желания ваши будут исполнены. Тогда Кришна устроил это поклонение Солнца. Что Мадхуманга говорил? В этой мантре одновременно относится и к Кришне, и к Солнцу. Когда они сидят у кунды, Кришна берет цветок и говорит, «Идам пушпа анджали, митра, о митра и намаха». Митра обозначает и солнце, и митра обозначает друг. То есть гопи в этот момент думают, странно делают. То есть Радика делает, когда предлагает цветок, она предлагает его Кришне, а Джатила думает, что так предлагает его Солнце. Зачем ты пришла сюда? Мадхуманга сказал. Ты знаешь, что я это мой духовный брат, я сам могу все это сделать.
Я буду цитировать другую сутру. Он прочитал. Мадхуманга жадно поглядывал на горшки со сладостями и цитировал мантры. Потом нужно было заплатить дакшину. Пока не дать пожертвование за поклонение, поклонение не будет являться сэшин. То есть на посвящение обязательно нужно давать дакшину ученику. Если вы кому-то поклоняетесь, кому-то просите поклоняться, обязательно за это дают пожертвование, иначе поклонение не будет успешным. Вот, и поэтому, когда Кришна провел поклонение, Джатила заплатила им сладости. А Кришна отказался, а Мадхуманга захватил все в свои руки и говорит, это все для меня. И он двумя руками начал закладывать себе за щеки ладу. Когда они ушли, Мадхуманга, до того, как ушли, Мадхуманга было с большим уже тюком сладости. Кришна сказал Радхике, сейчас тебе нужно поклониться и обойти Митра Деви. Когда Радхика, она была настолько погружена, когда она делала пранаму, плита из ее косы выпала прямо напротив Джатилы. Когда раздался звук, Джатила, она просто вскипела от гнева. Что это? Она подняла эту флейту. Откуда? Ах ты, позор своей семьи. Так, все, это что, у тебя венец целомудрия? Она была очень зла и говорила обидные слова. А Радхика говорила, о, моя дорогая свекровь, зачем вы рассердились, моя мама, зачем вы рассердились? Мы думали, что выбросить эту флейту, отдать кому-нибудь Мадхуру, чтобы больше никому не причиняло вред. А поскольку эта флейта, она разрушает чистоту гопи, поэтому надо выбросить. Тогда Кришна пришел как браман, подошел и спросил, о, женщина, моя дорогая мать, в чем такая сложность? Если я достойна, говорит, вы можете поделиться со мной. И Джатила сказала, вы слышали Нанда Махараджа? Да, да, слышал. В Мадхуре все прославляют Нанда Махараджа. У него есть сын такой, говорит Джатила. Да? А, тот, который убил и Путану, идем. Да, без произнесения его имени, никто даже не принимает воду, говорит Брама. Вот это вот плейта вот этого черного, говорит, Вишну, не буду говорить ничего про это, сказал Браман. О, моя дорогая женщина, дай-ка мать, вам что, некуда девать эту плейту, говорит Брама. Кришна постоянно бродит здесь, ищет ее. Джатила сказала, хорошо, если вы хотите, забирайте себе эту флейту. Вы уйдете далеко вместе с этой флейтой. По крайней мере, не будет во Враджи. Но я, конечно, не хочу, но если вы настаиваете, говорит Браман. И он забрал себе флейту и ушел. Это тоже произошло на Радхакунде. Теперь Хиндала Лила. Гурудев описывает из игры качели. Я знаю, что вы все голодны. Я знаю, что Шридхар Махарадж будет давать лекцию. Если я еще задержусь, вы будете рассердитесь на меня. Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Amara Мы собрались под руководством Гуру Вайшнава, совершенного Дипадама Парикрама. Место, в которое мы пришли, называется Кобала, также Риту Дипа.
Мы сейчас слышали о том, что совершая Вриндаван, мы получаем результат Вриндавана Парикрама. Но если мы совершаем Навадвипа Дампарика, мы сразу получаем результат совершения и Вриндавана, и Навадвипа. В двух руках у нас палату, говорит, здесь. Очень удачливо. Это место Риту Двип. Это скрытый Вриндаван. Чайтанья Махапрабху пришел сюда со всей своей дхамой, со всеми своими спутниками. И все из этого... Почему это место называется Ритудвипа? Все шесть сезонов присутствуют здесь, в этом месте. Риту обозначает прокрити. Что является изначальным прокрити? Прадыни Махашакти. Сарвашакти, в принципе, цитата Сисандар. Радхарани является Рамешвари. Во Вриндаване все деревья, лианы, цветы, все поют Раде Раде. А здесь какие имена поют? Какое имя пропоют? Гор, Нитай, Гор, Атмананде. То есть это место является Риту Двипа или Ковала. Ковала. Если смотреть на этимологию слова, мы увидим, то это девушка. А Кришна Лиламрита описана. Когда Радхарани Радхарани проявляет красивые кунши для счастья Радхарани, а для счастья Кришны. Кто это Радхарани? Она само богатство Шьямы. Даже когда Кришна чувствует только аромат и вуали, который донесся до него с другого берега Радхаконды, он теряет чувство, он теряет осознание всей действительности.
А когда он видит красоту Радарани, то у него флейта выпадает из руки. Перо сваливается с головы. Накидка сползает с плеч. Он просто не осознает, что происходит вокруг, когда он видит красоту Радарани. Кто Бала, кто эта девушка? Это место Радха Кунда. Шри Рупа Госвами. Описывает превосходное положение Радха Кунды, о том, что она выше, чем Вайкунха, выше, чем Матура, выше, чем Вриндаван, что самое высшее место является Вриндаван. Вриндаван выше, потому что там происходит танец расы. Выше, чем Вриндаван, находится Гирадж Говардан, потому что там танец весенний. Танец расы. И Радха Кунда Шьям Кунда это что? Это глаза Гирираджи Гавардана. তার হাতের না পায়ে তার চক্ষুর মধ্যে কেন না যদি চক্ষু এইরকম একটি জিনিসই যেটা দেখলে পরে ও দুঃখী না সুখী Когда мы смотрим на человека, куда мы смотрим? Мы ему смотрим в глаза, потому что именно глаза показывают сердце, то, что происходит в сердце. Это аналогия того, что Радха Кунда Шьяма Кунда является глазами Говардана. Но Говардан занимает высшее положение по отношению к Вриндавану, потому что там Кришна показывает превосходство Радарани. Даже одна пылинка Радха Кунды не может сравниться, слава одной пылинки Радха Кунды не может сравниться со славой всех мест Вриндавана. Радха Кунда, так же как Радха дорога Кришне, так же и Кунда дорога для Кришны. एक ज्योति बोले ज राधा सापि कृष्ण ज राधा कृष्ण एव स एक ज्योति दिधाभिर्न राधा माधव स्वरूप तत्व तथा एक नए बोले जिनी राधा रानी जिनी कृष्ण जिनी कृष्ण तिनी राधा रानी बोले एक ज्योति दिधाभिर्न उदाहरण दिखे जे रकम द्विती कमल पुष्प पद्म पुष्प Но он не может совершать танец раз один, и поэтому его левая сторона тела начинает содрогаться, и из нее выходит красивая девушка. Так проявляется раса. От этого ее имя Ра. Она начинает собирать красивые цветы, чтобы провести пуджу для Кришны. И бежит на Мадха. И поэтому ее имя Радха. Ра — это бхакти, а Дха обозначает это предложение своего бхакти. Радха. Она та, которая дает совершенство каждой живе. Выше совершенство жизни достать ее служанкой. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит,
Пусть люди поклоняются кому угодно, а я буду поклоняться только Радхарани. Если Радхарани будет довольна мной, что может быть еще лучше? Радхе Кришна. Когда Кришна проигрывает, Радхарани радуется и хлопает в ладоши. А вот когда Радхарани проигрывает, то все... то все манджари очень расстраиваются, опускают свои лица. Радха, та, которая увеличивает блаженство. У Радхарани две формы, одно мурти, другое мурта. То есть воплощенное воплощенное. Мурти — это то, это божество в храме. А мурти — это что такое? Шрада, садусанка, баджана крия, нартани врита, руча, санкти. Бхава, краснее, каман, праная, рак, анурак, бах, махабах, это проявление амурти, это та же Радхарани, только это ее амурти проявление, то есть бесформенное проявление, то есть она проявление бхакти, она является, она олицетворение махабхава. Когда любовь увеличивается, тогда вывершенная эта любовь является Мадонакья Махабхава. И после, но даже после Мадонакья Махабхава ее любовь увеличивается. В материальном мире это невозможно, а в духовном возможно, но увеличивается всегда. Почему Кришна пришел как Чайтанья Махапрабху, пришел ради Ширадая Праная Махима, Бхуша Вадаева? Он пришел познать величие, глубину любви. Любви Радхарани. Кришна пришел познать, какое сундара, какую красоту, сладость находит в нем Радхарани. Сам Нарайна желает познать красоту, красоту Кришны. Лакшми оставляет прекрасного Нараяна ради Кришны. Рукмини. Когда Лакшми слышит о красоте и сладости Кришны, она оставляет свой трон на Вайкунтхе и идет совершать аскезы в Байлване. Даже когда Кришна сам видит свое отражение в Двараке, его сердце замирает от этой красоты, он хочет обнять, он хочет обнять это руками Радхарани, он хочет понять это сердцем Радхарани. Третья причина, по которой он приходит, познать чудо, то чудо любви, которое испытывает Радхарани, чамадкар, говорит. А когда Удава слушает божественные слова божественного безумия на Удава Кьяре Радхарани, описанное Брамар Гите, то, что испытывает Радхарани, это хочет познать Кришна. То, что испытывает она на Удава Кьяре. Когда наслажат Читра Джалпа. Поэтому он хочет прийти как Чайтанья Махапрабху, чтобы познать вот это безумство в любви Радхарани. Почему в Бхагавате не написано имя Радхарани? Почему оно там не дано? На самом деле имя
Бхагава, имя Радарани пронизывает каждую шлоку Бхагавата. Шри там Шримати Радика. Когда был один торговец, который был очень богат. Один богатый торговец собирал банкноты. ওই টাকা আর রত্ন যেতগুলো ছিল এগুলো ছাতের উপরে উঠেছে আর ছাতের উপরে উঠে যত এই হাজার হাজার টাকার যে গাড়িগুলো ছিল সব ফেলাফেলি করতে আরম্ভ করেছে আর যে রত্নগুলো ছিল সব ফেলাফেলি করতে আরম্ভ করেছে Взялайте банкноты и бросил из крыши. Тогда этот торговец, бросился как безумный собирать эти банкноты. এখানে চৈতন্য মহাপ্রভু রূপে তিনি এসেছেন এসে তিনি কি করছেন যে আপ আমার দিনহীন সবাইকে তিনি সেই কৃষ্ণ প্রেমের যে রত্নকে তিনি সবাইকে তিনি দান করছেন В общем, этот торговец сходит с ума, разбрасывает эти банкноты уже сумасшествие. Там же Радарани, она в любви все пора своей любовью. Имя Радарани не показано, это Радарани. Забрали микрофон. Махапрасада Говиндея.